С добрым утром, мои дорогие! Вот сегодня понедельник, встала на весы, такое радостное ощущение. На весах показала, что я за 2 недели постройнела на 3 килограмма. Так приятное ощущение, такое уже прямо легкость уже, еще лучше уже как бы бодрости все уже, чтобы с дороги, с пути не сбиваться. Значит, и за эту неделю я сбросила 1,5 килограмма, мои дорогие. Сегодня понедельник, 15-й день правильного питания. Пошла я, мои дорогие, готовить себе завтрак. Вот, мои дорогие, мой первый завтрак. Пшенная каша с яблоком. Вот такую вкуснятину приготовила я. Вот сейчас обед подоспел. Я себе на обед приготовила рассольник из перловки. Видите, мяско, перловка, огурец. Такой вкуснятный наваристый суп сегодня приготовила. Мои дорогие, мне сегодня в меню разнообразить пришлось приготовить только 2 разных блюда. Это кашу утром я приготовила, а потом уже перловый суп. Скажете, поленился, лениться значит. Нет, не поленился готовка, просто мой желудок не лезет никакая еда. И то перловый суп приготовила и себя заставила кушать. Кто наши влоги смотрит, конечно же, знает, что у моего мужа проблемы со здоровьем. Вот этим проблемам у меня вообще никакого настроя нет. И прямо вот никакая еда не лезет. Можно было сейчас салат какой-нибудь приготовить или фрукт съесть, но никакая пища не лезет в мой желудок. Вот. Конечно, это мне плюсов ничего не дает, что вот я сегодня мало съела и быстрее вес уйдет. Нет, наоборот, я скажу, потому что я каждый день одинаковый калораж ела эти 2 недели. И считай, я сегодня мало. И завтра я в норму встану, Аллакушса, и мне сразу мой организм скажет: ого, вчера ты мало съела, а сегодня много, значит, на будущее мне надо запаситься. И у меня получится сброс веса или станет на несколько дней в одном же весе. У нас такой хитрый организм, так что и не обманешь наш организм. Так что, мои дорогие, всем мира, всем добра, главное здоровье. Берегите себя и своих родных.